Нам удалось начать работу фонда, и этого никогда бы не произошло, если бы не усилия председателя Союза кинематографистов Никиты Сергеевича Михалкова, который в результате стал председателем попечительского совета фонда, и администрации президента Российской Федерации. Происходит такое событие, которое очень нестандартно для рынка, но уходит главный конкурент с этого рынка. То есть вот мы и так были на стадии роста, и тут уходит главный конкурент. Вот, ну, нам нужно что-то с этой ситуацией сейчас делать, что это для нас появилась дополнительная возможность. Вот вчера на пленарной сессии говорили, что кризис состоит из двух иероглифов. Да, состоит угроза, там, опасность и всегда возможность. Вот тут у нас появляется возможность. За то, о чем мы говорим. Я должен отвечать за то, что я говорю. Если я рассматриваю своих людей, свой народ, свою историю, свою культуру, так сказать, с Рублевской дачи, этих людей там, и я даже правду говорю. Но один старец гениально сказал, что жестокая правда без любви есть ложь. Без сострадания, без понимания, без осознания того, что ты должен быть одним из них. Иначе то, что ты делаешь для тех, с кем тусуешься. Вот все, спасибо.